Приветствую вас, и вы правы в том, что пытаетесь обидеть мужчину, потому что действительно это может повлиять на него негативно, если вы предложите ему приехать к нему, приехать ему к вам на квартиру. Почему? Потому что мужчина подумает, что вы видите его как слабого, неспособного себя обеспечить, ну и так далее. Вряд ли в этом будет что-то хорошее. Поэтому для начала вам нужно просто посмотреть, насколько серьезно настроен мужчина. Для этого согласитесь, одной встречи, пусть и с интимной близостью, достаточно мало. То есть нужно, чтобы он как-то проявил себя все-таки еще, чтобы он показал вам серьезность своих намерений, чтобы вы общались, чтобы вы друг друга понимали, чтобы вы имели контакт, чтобы между вами была налажена связь, чтобы вы делили друг другом чем-то. И вот тогда, когда вы будете это делать, у вас и будет такая возможность узнать о его материальном положении, узнать о его материальном состоянии и в этот момент посмотреть, как он к нему относится. Если мужчина считает, что, ну да, у него там есть определенная проблема с жильем, если мужчина считает, что это не критично, что в общем и целом он не очень-то и виноват, если для него не принципиально где жить, то вы можете предложить ему и свое жилье, тем более, если оно у вас больше и работа хорошая. В принципе, важно просто посмотреть, как мужчина видит вас. И вот когда вам будет более или менее понятно его отношение к вам, да, уже из этого и можно будет исходить относительно того, что вам делать, что предлагать. А дабы не разочароваться, а мужчина, скорее всего, тоже переживает по поводу того, что может как-то случайно или ненароком, например, вас обидеть, это уже не может быть, судя по тому, что он пропал. Так вот, нужно просто-напросто немножечко сейчас подождать. Немножечко подождите, и когда пройдет время, вы увидите, как человек себя позиционирует по отношению к вам, вам станет понятно, а нужно ли вообще все то, что вы думаете сейчас. Или все это лишь плод вашего воображения, все это лишь то, что вы хотите видеть, а в действительности ничего этого нет. Мужчина ведь мог просто с вами встретиться, да, просто провести время и не более того. Чтобы этого не было, то в таком случае вам действительно, совершенно правильно, вам нужно будет просто спокойно дождаться его проявления. Нужно спокойно дождаться его реакции какой-то на вас. А дальше будет видно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи.